Нам уже пришлось отсеять несколько нянь. Думаете, вы справитесь? Уверена. Я Малькольм. Привет. Я мальчик на побегушках, то есть мужчина на побегушках. Показывай дорогу. Позвольте представить, мистер Хилшер. А это наш сын, Брамс. Музыка приносит ему большую радость. Брамс не такой, как другие дети. Очень важно, чтобы вы следовали этим правилам. Будьте к нему добры, и он будет добр к вам. Не закрывать ему лицо. Не обижайся, Брамс, но от тебя мурашки по коже. Не оставлять одного. Не забывать кормить. Брамс? Что с тобой? Я хочу, чтобы кто-то еще это видел. Что видел? Если оставить его одного, он сбежит. Это что, фокус такой, да? Это не фокус. Расскажи про настоящего Брамса. Он был очень странным. Девочка из города приходила играть с Брамсом. Ее тело нашли в лесу. Когда приехала полиция, весь дом уже полыхал. Брамс не выжил. Кто здесь? Здесь много лет никого не было. Если нарушишь его правила... Ты ведь не желаешь мне зла, Брамс. Твой самый страшный кошмар в этом доме небезопасно. Оживет. Ты не понимаешь, что происходит. Он живой. Кукла. Вы позаботитесь о нем?